11 августа на базе спортивного комплекса Ташкентского транспортного университета стартовала Азиатская детская лига по баскетболу 3x3. В лиге примут участие команды игровых категорий. Юноши 2012-2013 года рождения, 2010-2011 года рождения и юноши 2008-2009 года рождения. В первом туре лиги приняло участие 42 команды. Это порядка 160 юных баскетболистов. Команды ярко ворвались в первый тур лиги, показав свое спортивное мастерство и приковав внимание болельщиков и соперников. Об итогах игрового дня расскажем в сегодняшнем сюжете. В младшей категории юноши 2012-2013 года рождения приняло участие 12 команд. Тройки лидеров. Первое место у команды «Дельфина-12». Бронза у ребят из «Sweet Dreams». Замыкает тройку коллектив «Playground Gods». Индивидуальную награду лучшего игрока первого тура, согласно личной статистике, завоевал Шин Максим из коллектива 246 Team с результатом в 19 очков за игровой день. В категории 2010-2011 год рождения соревновались 14 команд. Согласно сыгранным матчам, победу одержала команда N2. Второе место у коллектива «Дельфины-10». Бронза у ребят из команды «Школа-171».
Лучшим игроком тура стал Гениатуллин Артур из команды N1 с результатом в 30 очков за соревновательный день. В категории 2008-2009 год рождения боролись 16 команд. В результате упорной и интересной борьбы места распределились следующим образом. Лучшими баскетболистами стали юноши из команды Overtime. Серебро у коллектива Ташкент. Почетное третье место уверенно заняла команда Tears. MVP турнира стал Хаджаев Тимур из команды Overtime с результатом 47 очков за игровой день. Поздравляем победителей и призеров первого тура Азиатской детской лиги, благодарим всех участников и тренерский состав за зрелищные игры. Благодарим за поддержку наших партнеров. Производители отопительных систем «Кумугаз», диджитал-агентство «Кликми», Ташкентский государственный транспортный университет. Спасибо, что были с нами. Увидимся в предстоящие выходные на втором туре детской лиги по баскетболу 3 на 3.